Ярмарка пятигорских шуб в ДК железнодорожников. Низкие цены, фабричное качество. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Фабричные шубы из Пятигорска в ДКЖ ежедневно. Предоставляем рассрочку, кредит и скидки. Каждому покупателю новогодний подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. Среда Заурале по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона с почти рекордным атмосферным давлением, а также малооблачной и не по сезону морозной погодой с температурным режимом на 8-9 градусов ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени минус 13, минус 15, без существенных осадков. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 20-22. Днем в Кургане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 13, минус 15. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров ртутного столба. 18 ноября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Редактор